Так, ребята, играю против Чес Кузьмича. В общем, Кузьмич против меня черными. У нас на доске разыгран ферзевый гамбит. Противник переводит парадок в славянскую защиту. Так, здесь начинаем охоту за белопольным слоном. Хочу получить преимущество двух слонов. Это мне в итоге удается сделать. Слона поставим на d2, второго на d3, рокируем в короткую сторону. И дальше в мительшпиле будем пытаться использовать преимущество двух слонов. Черные сразу бьют по центру, но я играю а3, чтобы слон на b4 не вышел. Если черные захотят разменяться на d4, возьму пешкой, изолятор будет, но мои слоны, в частности чернопольный слон, начнет дышать полной грудью. Хорошо, здесь пока ставим слона на поле d2. Дальше вторую ладью поставим на поле d1 и таким образом будем катать такую позицию. Опять-таки размен на d4 я не боюсь. Пусть противник бьет, в этом случае моя ладья нападет на черного ферзя и ему придется убраться во свояси. Недавно играл подобную партию. Так, ну хорошо, играем ладья d1. Что, он будет меняться или все-таки толкнет пешку вперед? На слона напал. Слона мы убираем, естественно. Ферзя тоже убираем. И дальше, наверное, будем b4 играть. Так, конь d5. Хочет f5 и f4, наверное, проводить. Ставим сразу ладью на линию c, на полуоткрытую линию. Дальше разменяемся на d5 и будем как-то играть b4, b5. Ага, он пешкой взял. Но пешкой тоже неплохо. Нападаем на коня. Хочу взять на поле b6, образовать слабости черным на ферзевом фланге. Слон c7. Так, ну у черных еще отсталая пешка на d5, поэтому. Поэтому ставим ферзя на b5. Хочу разменяться и забрать пешку. Он напал на мат куда-то. Мата нет, но неприятно. Лучше закрыться. И дальше бьем на b6 и на d5. Напал на ферзя. Так, на b3, если отступить, конь c4, есть какой-то ход загадочный, поэтому играем ферзь b4. Теперь, по-моему, черные потери несут материальные. Слон под боем и ладья. Приходится качку отдавать. Ну, с качкой я особенно силен. Так, захватываем пространство, теперь на ферзевом фланге, дальше сдваиваемся по линии c. И спокойно реализуем материальный перевес. Нужно было сразу мне напасть на пункт d5, я почему-то промедлил. Так, чем взять здесь? Жф. И забираем на d5. Пешка на b7 висит. Он моего слона подловил таким образом. Да, ну хорошо, я возвращаю назад качку. У меня здесь куча лишних пешек будет. И ферзь рано или поздно пройдет. Так, теперь взяли пешку на поле а6. Пусть он забирает на а3, я пешку c поведу ферзи. Не думаю, что у черных будет возможность как-то защититься от угрозы движения пешки до поля c8, поля превращения. Ну да, напал на ладью, пешку b защищу, наверное. Пусть бьет на e3. Там уже нужно черным лапать доставать, чтобы тормозить моего ферзя. Иначе по-другому, кроме как лаптем, не получится затормозить эту пешку. Так, сдался. Чес Кузьмич, кто это вообще такой? Страна не указана. Ютуб. Видеоблогер какой-то, может быть. Непонятно. Хорошо.